Иди ко мне, иди ко мне, собака, иди ко мне. Сидеть, сидеть, сидеть. Ой, хороший пес, молодец, пес хороший. Собака глупо испугался. Собака гром испугался. Был гром здесь испугался. Кто? Никого не был, ворота заперт. Я давно говорил, проволока ставить будем. Хулиган залезет. Ой-ой-ой, будет, если хулиган залезет. Баба здесь была? А баба была, баба была. Проститутка была в воскресенье. Два была проститутка. Один жирный проститутка был веселый, а другой грустный проститутка был, худой, маленький совсем. Пойдем, пойдем, Ронни, пойдем, пойдем, собака, пойдем. В деревне, говорят, девка одна утопилась. Или с бодуна, или от несчастной любви. Метров 100 отсюда всплыла. Да, Рафатка на днях след от босой ноги видал. А что, правда, привидения следы оставляют? Оставляют, оставляют. Тут нас в армии один. Все, хватит! Совсем сдурели со своей армией. Все, чтобы завтрашнего дня ни утопленец, ни привидение, чтобы везде телекамеры стояли, колючая проволока, чтобы ни одна собака не проскочила. Правильно, давно пора. Правильно, правильно, правильно. Прав был полковник. Ни охраны у меня, ни безопасности. Когда понял, что Балтийский путь – это большая афера, тогда решил переиграть их. Убедил Матушкина, что он так просто не исчезнет, а исчезнет как покойник. Матушкин согласился играть со мной против всех. Перевел деньги на номерные счета. И вы убрали его, как и всех прочих? К убийству отношения не имею.
А вы знали ту женщину, которая выдавала себя за вашу дочь? Моя дочь Людмила по моей просьбе вернулась в Питер. А кто эта самозванка, я понятия не имею. Никогда с ней не встречался. Я могу задать вопрос? Неофициально. Ну, хорошо. Игорь Васильевич, я знаю, что вы и меня за компанию заказали. Ларион, когда принимаешься за некоторые дела, то приходится идти до конца, как на войне. Я думал, вы что-нибудь понежнее скажете. А зачем? Ты же все равно обо мне лучше думать не станешь. Скажите, мои ребята, знали? Могу тебя утешить. Они ничего не знали. Так за что же вы их, товарищ генерал? Видели меня случайно. С ней? С ней. Ну, ты не расстраивайся, Ларион. Сейчас, как на гражданской войне, разметало господ офицеров по разные стороны баррикад. Ну, тогда хоть за идею боролись. Ну, деньги – это тоже идея, почти как религия. Ты мне скажи, что личность этого Асмодея, ну, этой женщины, действительно установлена? Ну, так, есть кое-что. Я вот только не пойму, почему она тебя не шлепнула? Ведь ты для нее самый первый свидетель. А ты хотел бы, чтобы она меня шлепнула? Да нет, упаси Боже. Я благодарен тебе по гроб жизни. Дай Бог как-нибудь отплачу тебе. Даст Бог, не понадобится. Ты извини, что я таскаю тебя то в управление, то в СИЗО. Я все понимаю. Будь здоров. Счастливо, Забродов. О, какими судьбами, Ларион Константинович? Я только что думал о вас. Что-то вы плохо выглядите. Очень устаю. А-а. Тяжело защищать мошенников, да? Да. Тем более, что мой клиент ваш лучший друг Атосов. Вот как? Ну и какой прогноз? Как всегда, добьюсь отсутствия состава преступления. Лихо, но ведь он же во всем сознался. Это была его единственная ошибка. Во всем остальном он действовал правильно. Ну да, убрал всех свидетелей. Против него существует только косвенные доказательства. Скажите, вы действительно хороший адвокат? Я лучший. Только не надо говорить, что все адвокаты сволочи. Да ну что вы, это ваша работа. Сколько яду. Вы знаете, жизнь такая сложная штука, может всякое случиться. Может, я вам еще пригожусь. Даст Бог, обойдусь. Счастливо. Я просто звоню узнать, как у вас дела. Нет, с Лариосиком все в порядке, все в порядке. Он просто немножко у нас приболел. Зачем? Ох ты, господи, господи, чего ж я вру-то в самом деле? Он, конечно, болел, Рита, но теперь уже выздоровел. Да здоровье у него, сами знаете, как у быка. Правильно. Ну, у него были проблемы. Ну, какие проблемы? Обыкновенные, житейские. С поножовщиной, мордобоем, вечно у него... Ой, Ритка, Рита, это я так сказал. Не думайте, Рита, я пошутил. Идиот. Живой, живой. Сам позвонит. Завтра уйди. Или послезавтра сам позвонит. Я звоню. Да он меня просто попросил позвонить, успокоить. Угу. Пошутил я. Согласен, 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 солдатский юмор. Ричка, так я ж солдат, Рита. Да-да, нет, нет, я вот звоню, успокаиваю вас.
Нет, он не передумает. Обязательно приедет. Обязательно. Он, если чего решил, рано или поздно. Молодец. Нет, раньше, чем вы на пенсию. Раньше. Он еще надоест вам. Господи, боже мой, да вы что? Ну, какие у него тут бабы? А что ты несешь-то? Риточка, да ну, кому он нужен здесь? Господи ты, боже мой. Такой зануда, знаете, такой зануда. Это не надо. И ворчун. Риточка, он не так молод, как вы думаете. Что ты? Хорошо, я передам. Все, хорошо, все. Рита, да. До свидания. Все, заканчивай. Ой, Риточка, Риточка, последнее, что хочу вам сказать. Рита, ну вот так сказать серьезно, откровенно, вот между нами. Он ведь вам не пара. Риточка, он откровенно вас не достоин. Вы б меня позвали, Рита! Что меня позвали! Я бы примчался к вам, Рита! А что же на дети? Да бросил бы! Я ведь не как этот... Я ведь не как этот пенсионер! Любить так любить! С головой, блин, как говорится! Отдай трубку! Слушайте, Риточка, да вы что, правда, что ли? Что? Господи! Что? Риточка, а что же вы? Что? А чего же вы скрывали? Да я про правду думал, вам Лори он нравится. Ну ты кретин. Ой. Я чуть с ума не сошел. Ларик, ну я был хорош, согласись. Идиот. Ты послушал бы себя со стороны. А что ты меня просишь? Даже соврать не даешь. Я тебя просил, чтобы ты сказал, что у меня обстоятельства, поэтому я не могу приехать. И все. Что ты? Что врать-то? Что ты суетишься? Она тебе верит. Чистая душа чудо, а не женщина. Хотя вроде уже чуток сомневается. Ну вот видишь, а ты что, почувствовал напряжение, да? Ну знаешь, она, по-моему, тебя переоценивает. В смысле? Ну ты для нее вроде как герой-красавец, москвич. Да с ладно? Отдельной квартиры. Она вроде как провинциалка, серая мышка. Она не серая? Мышка! Нет, конечно, но ты мог ее так закомплексовать. Вот, и глупости не болтай. А что она должна думать? Слушай, ты все время врешь. Не едешь к ней под разными предлогами, просто издеваешься. Я бы на ее месте послал бы тебя давным-давно. Слава богу, что я не в тебя влюбился. Какая удача, мне повезло. А я знаешь что? Да я завтра к ней поеду. Вот так вот, то только решу, кто будет председателем фонда, и все, и еду. Ну и че ты на меня уставился? Как что? Ну ты же решил? Ну, еще нет. Не знаю. И долго ты думать будешь? Ах, Ларион, честно тебе признаюсь, ну ведь ты же знаешь, я всю жизнь мечтал руководить чем-нибудь большим финансовым. Ну так и? Ларик, ну ведь ты же мне друг. Ну ведь шлепнуть могут, как предшественников. А у меня семья. Чего? О! Это все ломать надо, это ж не шутки. В отставку надо уходить. Уходи. Генерал-лейтенантом все равно не будешь. Это почему это не буду? Почему? Что ты меня все время унижаешь, а? А потому что не бывает таких генерал-лейтенантов. Ладно, посмотрим курносых. Еще, не бывает. Все, все. Хорошо, я все понял. Я никуда не еду, потому что ты отказываешься. Все? Я, значит, виноват. Интересно, а кто? Ну ладно, все, хватит. Я, может, еще и соглашусь. А ты опять влезешь в очередную разборку. И, кстати говоря, почему рядом с тобой всегда какая-нибудь баба, а? Кто? Пардон. Боевая подруга. Да не надо завидовать. Никаких женщин нет. Не было и не будет. Ну, открывай. Если дама, я тактично удалюсь. Аня? Привет. Это я. Привет. Заходи. Пойдем. А здесь все так же. Ничего не изменилось. О, Толик! Здравствуй, Толик. Да, Анатолий Григорьевич. Не помнишь меня? Я Аня. До сих пор Забродова. Анечка. Здравствуйте. Ой, здравствуй. Ты, кажется, хотел куда-то... Деликатно. Да, действительно, дежурство по управлению. До свидания.
Ларион, ты извини, у меня не так много времени. Может быть, в ресторане посидим? Нет, нет, я не голодная. Да и надоели мне эти рестораны. Вот как? Я несколько лет уже поваром работаю в ресторане. Кто? Ты повар? Да. Ты же историк, кандидат наук. Ты готовить не умела. Может, это и не я уже. Тогда могли бы и дома остаться. Нет, зачем? Погода хорошая, а там слишком хорошо все помню. Да, сколько уже? Лет 20 прошло, да? 19. Ты замужем? Была. Дважды. Нет, ты только не думай, у меня все есть. Я не собираюсь денег просить. Что, постарел? Да нет, у тебя глаза красные. Что-то случилось? Случилось. У меня сын. Под следствием. У тебя что, такой взрослый сын? Я не знал. А что ты про меня мог знать? Да, у меня есть сын, взрослый. Огорчу я тебя. 317-я статья. Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Вот так. А потерпевший – капитан Колчин, начальник уголовного розыска УВД. Парень виноват? Вот смотри, дело, копия. Напали ночью у подъезда. Капитан жил в Москве. Угу. Два удара трубой. Перелом руки, травма черепа. Их там было двое, трое. Капитан опознал только Егора Дорохова. Задержали прямо на месте. А ты что, ничего не знал? Да я понятия не имел. Егор твой, активный член молодежной группировки. В прошлом году взяли лидера и подонку вместо пожизненного дали 10 лет, потому что защищал известный тебе Хабаров. Ну, банда вроде приутихла. Ведет себя агрессивно, вне сознанки. Ты извини, я не отказываюсь тебе помочь, но дело очень тяжко. Да нет, я понимаю. Сколько ему могут дать? 12. И это самое маленькое. Осенью в армию должен был идти. А ты что, с ним знаком? Кто он тебе? Да вроде как сын. Как сын? Да так, по всему получается мой сын. Да нет, ты шутишь. Что, на тебя похож? Похож. Ты что-нибудь знаешь про меня? Ну, я понял, что вы крутой. Мне следователь свидания не давал, а вам, пожалуйста. Я думал, мать пришла. Она что, тебе про меня ничего не рассказывала? Так вы от нее, что ли? Да, от нее. Я думал, смене послал. Кто это? Друг мой, наш из Нахабина. Он себе погоняло придумал суровое, Минотавр. Прикинь, это такой козел в Древней Греции, бегал под землей. Человек с головой быка. Во-во, бычара, только наши его все равно Минькой зовут. А мама почему не пришла? Нам лучше будет поговорить с тобой без нее. Это тебе так надо? Тебе тоже. А ты тут все за всех решаешь? Ты не из армии случайно? Там, говорят, полно таких, которые все за всех решают. А тебе что нужно? Ты знаешь, что с твоей матерью? Ты знаешь, что она пропадет, если ты сядешь? Ты думал об этом? А вы мою мать любите? Как? Ты мою мать любишь? Ну, конечно. Я же ее друг. Так вот, как друг.
Не дай ей пропасть, если меня посадят. А ей передай, что для меня в тюрьме будет лучше. Это правда. Понял? Все, я закончил. Вот паскуды отмороженные, а? У меня два ханурика на рыбалке, голую девку в камышах увидали. Недалеко от вашего дома. В 4 утра, я думал, с перепоя. Да не волнуйтесь вы так, Сергей Михайлович. Ну, мало ли сумасшедших наркоманов всяких. Да у меня был такой случай. Какой случай? Ну, почти, один в один. Только там не девка, там мужик голый по ночам шлялся. Народ пугал. Его дачники Дракулы прозвали. Оказался лунатик. Кстати, приличный человек. Из Министерства нефтяной промышленности. Вот интересно бы узнать, из какого министерства моя. Да бросьте вы, Сергей Михайлович. Да профура дата изобрела, вот и все. Но я вам обеспечу полную охрану. Спасибо. Так, я, наверное, задержусь на пару недель в Москве. Ну, сами понимаете, надо принять меры предосторожности. Значит, надо забор надставить и телекамеры, и эту проволоку колючую. Обидно, обидно. Только-только район успокоился вашими стараниями. Так вместе одно дело делаем. Так ведь? Только по разные стороны баррикад. Кстати, как там ваш сотрудник? Колчин. На этой неделе выписывают. Вроде он уволиться решил. Ну, пережить такое, сами понимаете. Да-да-да. Сергей Михайлович. А? Да не берите вы в голову. Да уладим мы все сами. Да. Ну, с вашим-то опытом. Ну, всего доброго. До свидания. Нет, только песни петь. Ты уверен? Ну что, встали? Поехали. Сергей Михайлович, тут Рафатка беспокоится, как ему быть? Он боится один, говорит, шайтан, шайтан. Большое спасибо моей бывшей жене, хорошего нашла сторожа. Он говорит, девка-то собаку напугала. Значит, она точно ведьма была. Позавчера он опять ее песню слышал. Что? Ага. Ага. Песня? Ага. Так, ну, Крафатка, что за песня? Ладно, молчи. Я говорю, молчи. Не пой никогда, понял? Он лучше пел. Он, я нет, а он лучше. Он был, он. Он? Кто? Кто он? Кто там еще был? Сергей Михайлович, у них в языке родов нету. Он, когда хочет сказать «она», говорит он. И наоборот, никогда не ошибается. Кстати, у нас в армии так, был случай. Все, хватит про свою армию. Молчи. И ты молчи. А ты никогда не пой при мне больше, понял? А может, с Васильевичем перейдем? Пускай ментов пришлет на дачу. Хорошо. Ну что, встали, поехали. Бен Ладен, давай, не скули. Дадут тебе охрану. Отвар. Понял. Один вес, как договаривались. Ну что ж, хорошее элитное качество без примесей. Молодцы ребята, работают честно. Столько добра пропадает. Жалко. Не понял, ты что, употребляешь? Я? Сергей Михайлович, я же спортсмен. А ты?
Да нет, что вы, Сергей Михайлович. Да. Ой, какая встреча. Иларион. Ну, как не узнать? Конечно, узнал. Этот голос я узнаю из тысячи. Вы ведь этим голосом меня спасали от бандитов. Да, а я готов защищать вас своим голосом. Домой. Нет, это я не вам. А дорого вы берете? Аня, мы этот вопрос решим без тебя. Ларион Константинович, сейчас самое главное – вытащить вашего сына. Ну да. Я что-то не то сказал? Это мой сын. Это наш сын, но это сейчас не важно. Нет, это важно. Это мой сын и к Ларион Константиновичу. Аня, прекрати. Никто у тебя твоего сына не отбирает. Извините. Ничего, я понимаю. Скажите, у него есть хоть какой-то шанс? Да. Статья, конечно, очень тяжелая. Тем более потерпевший является сотрудником правоохранительных органов. Но, как правило, всегда найдется какая-нибудь зацепка. Ну, если вы с Греком зацепились, то и с Егором получится. Простите, с каким Греком? Я сейчас все объясню. Была раньше шпана. Ну, шпана как шпана. Драки с кавказцами, болельщиками, выпивка. Пока 4 года назад их не возглавил некто по кличке Грек, бывший чемпион области по кикбоксингу. И с той поры простая шпана стала бандой кентавров. А этот Грек, он что, увлекался мифологией? Да, имел такую слабость. Да, прочитал в детстве одну книжку. «История и мифы Древней Греции». Ну, в общем, начались грабежи на дорогах, рэкет. Были даже убийства. Причем все пацаны да призывники. А вот почему? Да потому что все без отцов. Ну, почему же не все? Короче говоря, этот самый капитан Колчин взял Грека с поличным. Получил Грек 10. Кентавры распались. И 2 года тишь да гладь. Все кентавры при деле. Кто в армии служит, кто работает. Как же вам не стыдно было этого Грека защищать? Сволочь эту, фашиста настоящего. Аня, Аня, успокойся, это его работа. Да какая это работа? Вы знаете, сейчас речь идет не о моей работе. Ситуация вашего сына очень тяжелая. Он чуть не убил человека. Он не мог. Это не он. Я в этом уверена. Тихо, тихо. Пожалуйста, простите меня. Договори за меня. Вы извините ее. Ничего, я все понимаю. Так даже лучше. Знаете, но, возможно, она действительно права. Что-то странное во всей этой истории. Почему он не убежал? Его же взяли рядом с потерпевшим, а времени у него было вагон. И еще, кто-то ведь вызвал скорую помощь. Так? Это же свидетель. Почему его не ищут? Может, он как-то разъяснит ситуацию? Поверьте практику. В суде очень важное значение имеют детали, которые, казалось, к делу не относятся. Вот их-то мы и найдем в первую очередь. Это я понимаю. И еще, Сергей Михайлович, я откажусь от ваших услуг, если вы будете работать бесплатно. А за что вы меня так презираете, товарищ полковник? Ну, извините. Хорошо. Давайте договоримся так. Оплата по результату. Нет, я должен знать заранее, потяну ли я вашу сумму. Вы потянете. Обязательно потянете, товарищ полковник. Извините, я сейчас вернусь. Аня, постой. Ну зачем ты так? Я же все понял. Ларион, он, по-моему, такой жулик. Деньги возьмет, а сам не поможет. Я таких знаю. Да не про него я. Не про него я. Я про Егора. Я же знаю, что он мой. Нет. Постой, ну я же все хорошо помню. Когда ты ушла, мне сказали, что ты ждешь ребенка. Я позвонил тебе. Ты сказала, что никакого ребенка нет и не будет. Ну ему же как раз 18 лет. А ты бы не звонил. Приехал бы, сам убедился. Я не понимаю, зачем врать? Он же похож на меня. У него же отчество даже мое. Не твой он. Не твой. Я даже не помню, чей. Я тебе не верю. Ты поверил тогда, что его нет. И теперь поверь. Ну-ка, постой. Оставь меня, я сказала. Оставь. Погоди. Прости. Ну, давай хоть подвезу. Не надо. Мне на электричке удобно. Я сама позвоню.
Здрасте. Здравствуйте. Вы Егора видели? Нет. Но мы... Мой знакомый адвокат и нашел очень известного. Давайте я вас подвезу. У меня такая колымага, места хватит. Спасибо, устала. Ноги не ходят. А вы слышали, Колчину уже из больницы выписали? Да, это для Егора очень хорошо. Да-да. А может, его навестить надо? Он, говорят, человек порядочный. Да, он мужик, что надо. Даже, говорят, из милиции уходит. Уходит? Да, ребята ему уже деньги собрали. Да нет, он не возьмет. А адвокат? Они знаете, какие бабки гребут? Это тот, который Грека защищает. Ого. Супер! Ну, он дорогой очень. Но вот деньги ему и пойдут. Нет-нет, спасибо, деньги не нужны. Мой знакомый договорился, я надеюсь. Смотрите, Анна Викторовна, какую мишко-фирму купил. Молодец. У нас спонсоры крутые, я же за сборную области выступаю. А Егора тоже в сборную брали, правда ведь? Ну да, шел вторым номером. Я третьим. А еще наших милиционеров тренируем. Платят, хорошо. Извини, брат, тебе места нет. Я уж понял. Миша. Да? Ты такой серьезный, в армии служил. Вы же его друзья. Но почему он там оказался? Потому что не слушал, что я ему говорил. Поконим? Возьмите. Спасибо. Тут сказано, что потерпевший видел тебя с трубой в руках. Значит, видел. Да, но ведь было темно. Темно, и дождь был. Так, хорошо. Вот это интересно. Значит, это вполне могла оказаться не труба, а зонтик. Какой еще зонтик? Автоматический, в чехле. Он же маленький. Какая разница? Никто измерять не собирается. Запомни, ляпнешь следователю про трубу, склопочешь 12 лет. Я, следователь, вообще ничего не говорю. И молодец. Молчание золото, хотя, конечно, не всегда. Так, на опознании. Колчин сразу тебя узнал? Он вообще меня не узнал. Ну, естественно, отшибли человеку все мозги. Нет, это мне все отшибли. У меня рожа вся синяя была. И губа наизнанку. Не понял? А чего непонятного? Менты в ту же ночь как узнали, что ихнего замочили. Они из меня палками фарш сделали. Подожди, ты что, сидел избитый на опознании? Так. А статисты, которые сидели рядом с тобой, они что, тоже были с синяками? Ну, их же никто не бил. Нормальные пацаны моего возраста. Смешно, смешно, да. Вам смешно, мне не до смеха было. И слава тебе, Господи. Я-то думал, дело безнадежное. А что? Ничего, грубейшие процессуальные нарушения. То, что били? Нет. То, что сидел на опознании со следами побоев. Вот горе-специалисты. Но ничего, ты должен им еще спасибо сказать. Все. Теперь нам даже твой зонтик не нужен. Какой зонтик? Автоматический. Дело твое развалено на молекулы. Я не понял, меня выпустят, что ли? Конечно. Готовься, парень, к службе в армии. Труба зовет. Весенний призыв плачет по тебе. Да, кстати, когда все сбежали, че ж ты остался около тела? Ты чего? Я могу отказаться от услуг адвоката. О, но если ты клинический идиот, конечно. Тогда я отказываюсь. Конвой! Уведите или его, или меня. Скорее всего, тебе. Да-да, мы уже закончили. И чтоб больше я тебя здесь не видел. Пошел. Сережа, что за канитель? В деле и без того бардак. Процессуальная, так сказать, ошибка. Все само по себе развалится. Береженого Бог бережет. Надо бы срочно по моей жалобе начать прокурорскую проверку и изменить меру пресечения. Он же отказался от адвоката. Это ничего. Жалобу оформлю задним числом. Что же за мальчик такой важный? Но я прошу вас. Ну, я не говорю, что это невозможно, но...
Здесь 15 тысяч. Ну так мы его с оркестром проводим. С этого бы и начинал. Хорошая у вас девочка. Это тоже мальчик. Пока. Геркулес, пошли. Геркулес, ко мне. Домой. Сергей Михайлович, вы извините, но сколько вам этот дед за услуги платит? 200 тысяч баксов. А полковник? Бесплатно. Не твое дело. Извините. Ну и чего в депресняк впадать? Ну, придурок у него сынок. Стоит из-за этого даром корячиться. Слушай, у тебя кроме материальных есть хоть какие-нибудь ценности в жизни другие? Чего? Каждый человек в своей жизни должен посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка. А, ну это у меня есть. Сынок 3 годика, квартиру вы мне купили, а деревьев я штук 500 посадил. Сколько? В армии после учебки, а там целую лесополосу, я там план перевал просто. Сейчас домой. Офис закрой. Понял. Сергей Михайлович, вам бы отдохнуть, нервы подлечить, съездить куда-нибудь на Канары. Там точно никаких привидений нет. У меня все в порядке. Что это? Что? Откуда это? Это из нашего офиса, но там нет никого. Сергей Михайлович, я сам закрывал. Нифига себе. Ятва. В машине. Срочно, срочно. Вызывай его сюда, пусть пойдет проверить, что там. Уйдите все! Алло, скорая! Привет. Привет. Красиво вышел. Хотя и без оркестра. Как тебе это удалось? Он же отказался от адвоката. Но адвокат не отказался от него. Есть старый проверенный способ, я его выкупил. Понятно, взятку дал, сколько? Какая разница? Я обещал помочь, я помог. Ты что, чем-то недоволен? Скажи, он виноват? Забродов, если ты такой принципиальный, и он виноват, что вернешь его обратно в тюрьму? Извините, Сергей Михайлович. Хочу сказать вам за все спасибо. А сам спасенный не желает, а? Да он, понимаете, в таком состоянии. Да, конечно. И простите меня за то, что наговорила тогда. Да, ничего, бывает. Кстати, здесь вы меня недавно упрекали в том, что я защищал Грека. Ой, да я глупости наговорила. Вот хочу вам сказать, что злодей наш вчера в камере скончался. Да что вы. Вот вам и 10 лет. Да, видно, высшие небесные кары сильнее земных приговоров. Вон Таранчик подъехал. Опоздал. Егор, я обо всем договорилась, деньги есть. Утром поезжай к бабке, она тебя ждет. А осенью в армию пойдешь. Я не поеду. Пойдешь! Они ж тебя убьют. Знаешь правила. Они с матерью разберутся, дом сожгут. Что ты решил? И я даже не знаю, как вас благодарить. А меня Иларион Константинович отблагодарит за все ваше семейство. Конечно. Я завтра заеду, нам нужно поговорить. Мы будем ждать. До свидания. Спасибо еще раз. Что ты решил?
Ну, Егор! Пошли, наговоритесь еще. Уж не чаяли? Не верили? И не ждали. Некоторые. А друзья твои, Егорка, ждали, верили и надеялись. Мать твоя тоже ждала и тоже верила. Да не по себе мне, Миш. Как сказал этот адвокат про грека, про высшую кару. А грек правда умер, не знаешь? Да, от туберкулеза загнулся. А Егор-то тут при чем? Но ведь я даже не знаю, что там было на самом деле. Мне-то он ничего не сказал. Виноват он, не виноват. Да я сам не знаю. Нет, ну как он там очутился? Миш, ну хоть ты спроси у него, а то я не успокоюсь. А может, Колчину сходить надо, а? Ну, прощение просить, денег дать. За дружбу! За друзей! Очистил сердце! Комсомольцы! О, дядь Борь! Добровольцы! Все, хорош выступать, пора домой. Погоди, отвянь! Дядь Борь, пора домой. Спать отвянь, пора. Я говорю, я еще за женщин не выпивал. Завтра будет за женщин. Нет, погоди! Дядь Борь! Уйди, я сказал! Началось. Дорогие мои... Так выходит, виноват Егор. Тетя Аня, спасибо большое, я пошел. Дядя Боря совсем нажрался, как... Спокойной ночи, Ильдор. Спокойной ночи. Давай. Пока. Я тоже пойду. Угу. Вы не волнуйтесь, я с Егором поговорю. Угу. И только завтра. Угу. Сейчас пускай отдыхает. Угу. До свидания. До свидания. Казбек хотел бы МВшку купить. Новые, почти новую. Да, 97-го года. Но Мини сказал, Кочумай пока. Не так меня. Резко. Я отпусти меня, выдаете. Сказал. Ничего, все будет путем. И у тебя все будет. Да, нагонишь. Приказ ему на запад. Ну, мы пошли. На работу завтра. Ей другую ага. Сторону еду. Мы тоже пойдем. Ты, осторожно, ты, осторожно, держи, давай. Идем, дядя Боря. Молоток, только что выбрался. Только ты, мать, успокой, а то переживает, кипишует. Успокою. Все, ну, дядя Боря, поговорим. Встаем. О, дядя Боря нажрался. Хватит дурака валять, все, идем домой. Все, путем. Все, мужики, Юль, Тань, до пятницы. Это... Прием. Давай, палки, а? Насыпай, давай, да. Все, Егорка, служи, как я служил, и как дед твой служил, хватит. И батька уводи. Мой. Это не провод, он только что из тюряги вышел. Уводи. Ну и дурак. Да, Егор, а кто этот мужик? Ну, друг твоей матери. На крыльцо. Отец. Девки. Откуда он взялся? Он не из ментов случайно? Да нет, он полковник спецназа был. Ну, круто. Ну, дай а где был твой полковник? На войне. Ну, лучше поздно, чем никогда. А ты считаешь, что это было поздно? Маму успокой. Завтра поговорим. Река
берега лихолетье, и в воде небеса переплавлены в сталь. Убегает туда, где прощается ветер, и светит луна, луна как медаль. Я отдал эту жизнь, всю застрочку в газете, мол, геройски прожил, не жалел свою кровь, а я лишь ушел, ушел на рассвете туда, где встречает любовь. Там белые, белые, белые кони растопчут рассвет, он останется тлеть. Какая досада, душевные боли, мне надо туда, но боюсь не успеть.